Здравствуйте, дорогие абитуриенты! Я расскажу вам о направлении подготовки лингвистика, профиль перевод и переводоведение. Это программа бакалавриата 4 лет обучения. Цель программы – подготовка конкурентоспособных переводчиков со знанием двух иностранных языков. Студенты, обучающиеся на этой программе, изучают два иностранных языка с первого курса. В качестве первого иностранного языка, который начинается с первого семестра, и преподается в объеме 14 часов в неделю, студенты могут выбрать английский, немецкий или французский. В качестве второго иностранного языка, преподавание которого начинается со второго семестра первого курса, студенты могут выбрать немецкий, французский, испанский, итальянский, если они обучаются на отделении английского языка. Студенты, которые обучаются на отделении немецкого языка и французского языка, в качестве второго изучают английский. Программа предоставляет студентам возможность включенного обучения в вузах-партнерах Германии, Австрии, Франции, Бельгии, Швейцарии и Италии. Ежегодно мы приглашаем преподавателей и профессоров из вузов-партнеров для чтения лекций и проведения практических занятий. Студенты старших курсов имеют возможность посещать мастер-классы переводчиков ООН и других международных организаций на базе нашего университета совершенно бесплатно. Также студенты могут стажироваться в вузах-партнерах, ведущих переводческих компаниях и международных организациях. Практические занятия по двум иностранным языкам начинаются с первого курса. Это обеспечивает хорошую языковую подготовку наших студентов. Помимо изучения общеобразовательных дисциплин, наши студенты осваивают профессиональные теоретические дисциплины, которые читаются на иностранном языке. Мы предлагаем нашим студентам практическую подготовку по всем видам и жанрам перевода. Мы предлагаем студентам широкий диапазон профессиональных дисциплин по выбору для построения индивидуальной траектории обучения. Наши студенты имеют возможность практической переводческой работы уже в ходе обучения в ВУЗе, что обеспечивает развитие их профессиональных навыков. В рамках программы бакалавриата мы предлагаем уникальную программу Apple «Экономика, право, лингвистика». Это совместный проект двух вузов НГЛУ и ННГУ. По окончании студенты получают два диплома высшего образования. Обучение проходит в двух вузах одновременно. Три дня студенты обучаются в НГЛУ по профилю лингвистика, перевод и переводоведение. И три дня студенты обучаются в ННГУ по направлению подготовки экономика или юриспруденция. Наши преподаватели – это высококвалифицированные специалисты, эксперты в области перевода и переводоведения. Большинство из них – опытные практикующие переводчики, которые прошли стажировку в ООН и других международных организациях. Ежегодно наши преподаватели стажируются в ведущих зарубежных вузах-партнерах. Наши выпускники – это переводчики, которые знают два и более иностранных языков. Они владеют технологией перевода, что позволяет осуществлять перевод высокого качества, востребованный на рынке труда. Они используют современное программное обеспечение, необходимое для осуществления перевода. Наши студенты имеют навыки работы в различных ситуациях международной и внешнеэкономической деятельности. По окончанию программы наши выпускники устраиваются на работу в переводческие бюро Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Они востребованы в отделах перевода крупных российских и зарубежных компаний. Они работают в администрации города и области, в сфере взаимодействия с органами государственной власти, в сфере туризма и бизнеса. Чтобы поступить на программу, необходимо сдать три единых государственных экзамена – иностранный язык, русский язык и литература. В 2020 году мы предлагаем 6 бюджетных мест на отделение английского языка, 9 бюджетных мест на отделение немецкого языка и 9 бюджетных мест на отделение французского языка. Минимальные проходные баллы на бюджетные места в 2019 году составили 268 баллов на отделение английского языка, 272 балла на отделение немецкого языка, 256 баллов на отделение французского языка. Если у вас не получится поступить на бюджетные места, не огорчайтесь. У вас есть возможность обучения по финансовому договору. Минимальные проходные баллы на внебюджетные места и стоимость обучения в 2019 году составили
Отделение английского языка 168 баллов, стоимость 133 тысячи рублей в год. Отделение немецкого языка 164 балла, стоимость 125 тысяч рублей в год. Отделение французского языка 151 балл, стоимость обучения 125 тысяч рублей в год. Спасибо за внимание. Ждем вас в рядах наших студентов.